ты играешь сначала? На трубе или на саксофоне? На вот такой трубе. Ну, пожалуйста. Здорово. Здорово. Так, хорошо. Это такая у нас труба. Он играет теперь. Теперь он играет. Теперь бетономешалка играет. Так, а Максик на чем играет? На саксофоне? Ну, давай. Ну-ка, вставай, чтобы красиво-красиво. Давай, стоя, мой сладкий, становись. Вот. Молодец, здорово. Теперь кто будет продолжать играть на саксофоне? Вот. Откроем целую музыкальную школу, да, мой сладкий? Вот так. Вот такие музыканты у нас здесь учатся. Так. Это автовоз, да, мой сладкий? Автовоз. Нет, лесовоз. А, это лесовоз. Лесовоз. Но смотри, что он везет. Он везет теперь саксофон везет, а не лес, а не дрова. А саксофон. Видишь, какой молодец. Тоже хочет учиться играть на саксофоне. Саксофон не просто перевозить, ты видишь как? Отлично. Молодец. Браво, мой сладкий. Так, теперь на Максик сыграет на настоящей папиной трубе. Это так. Моя. Это твоя уже труба. Ну, вставай, стоя только, чтобы было дыхание хорошее. Потрясающе. Здорово. Ну, давай еще разочек. Так классно? Ой, как здорово. А теперь на другие кнопочки тоже, на разные кнопочки нажимать. Там же три кнопочки. Да, ну-ка попробуй на разные кнопочки. Да, вот так. Здорово, потрясающе, молодец. Max is making great progress on the trumpet, my love. Мусоровоз. We have a music school. Look, different cars are playing different music instruments. Так, замечательно, мусоровоз играет у нас на трубе. Смотри. Ой, как он рад, он даже фарами замигал от радости, говорит, спасибо, Макси. Смотри. Да, и там, видишь, какой он молодец. Так, хорошо. Мне что, мой сладкий, сзади не мигает, да, только сзади не мигает, нет, тормоза, только спереди фары мигают и там снизу, ну, отлично, так. Юкалели! Ну-ка возьми, как ты возьмешь юкалели? А как ты, как держать юкалели? А ну-ка посмотри, как ты будешь держать, как гитару? Ну-ка, как ты развернешь, как ты держишь гитару? Так. Вот, мадам. Ну, так это, если бы это был контрабас. Точно, если бы это был контрабас. А как мы держим? А юкалели мы держим как гитару. Вот так. Вот так держим как гитару. Ух ты. Ух ты, как интересно. Здорово. Ой, вот такой новый твой зеленый автомобиль гоночный будет играть на юкалели. Так. Отлично. Видишь, как он стоит на задних колесах. Так. Хорошо. Ну и что у нас? Видишь, как интересно, да? Вот там такое. Видишь, как? О, колесо. Ты видишь, как интересно? Так. Ну и что? Остается у нас такая флейта-пиано. Ух ты, молодчинка. И тополь есть. Ой, это что? Это кто такой? Это подъемный кран. Это подъемный кран у нас будет играть на флейте пьяно. Хорошо.